Всем привет! Я думаю, многие уже слышали такое движение и платформу Gift of Legacy. Так вот, это движение пришло к нам из Южной Африки, где люди просто делают друг другу подарки и получают подарки взамен в несколько раз больше. Я думаю, вы помните такое время, когда в советское время наши родители писали письма счастья, вкладывали туда 10 рублей и отправляли. И взамен получали таких 5, 10, а то и 15 писем и радовались. Так вот, именно африканцы создали такую платформу в онлайн, где каждый может уже это делать любому человеку буквально. Что произошло, друзья? Почему именно Gift of Legacy застопорился на территории СНГ и Европы? Да потому что африканцы просто поменяли в один день, в одну ночь алгоритм, и наша команда, кто развивалась именно в СНГ, огромная прям структура, где-то в 300 тысяч человек уже быстро, за буквально за один месяц, они увидели, что можно, оказывается, на этих людях еще и продвигать свои подарочки. Они изменили алгоритм, что наши люди стали перелетать именно к африканцам и помогая им закрывать вот эти столы и получать эти подарки. На что наши топ-лидеры, обратившись именно к основателям этой платформы, попросили их изменить алгоритм и условия. Африканцы, соответственно, отказались. И наши топ-лидеры что сделали? Они просто наняли своих программистов, создали именно свой алгоритм и запустили свою новую платформу под названием Ubuntu. Друзья, это просто на сегодня бомба, и сейчас огромное количество людей сюда подключается, именно подключается. А как это работает, друзья, я вам сейчас как раз более подробно об этом и покажу. Что самое первое они сделали? Это, соответственно, вход всего лишь стартовая доска $12.5, то есть это примерно 800 рублей или же 5500 тенге, если говорить уже по СНГ. Так вот, эту сумму может найти каждому, и главное, можно никого не приглашать здесь и выйти на чек $100 за 1-3 дня, даже и за 60 минут, друзья. Так вот, но если мы хотим идти дальше и выйти уже на чеки $217 000, то здесь, соответственно, у вас должно быть 2 приглашенных человека. Надо понимать, что эта платформа, на этой платформе денег нету вообще, они внутри не ходят, то есть нет человека, кто бы мог взять и все деньги украсть. Деньги передаются из рук в руки. Более подробно я вам во второй части уже покажу. Итак, как это происходит, друзья? Ребята создали именно, в отличие от Gift of Legacy, они именно добавили еще 2 доски. Это стартовая и бриллиантовая. То есть есть здесь стартовая, бронзовая, серебро, золото, платина и бриллиант. Так вот, когда мы с вами заходим на стартовую доску $12.5, то выходим уже со $100. Еще раз повторяю, на этой стартовой доске можно никого не приглашать. Просто сами заходите, выходите, заходите, выходите хоть 100 раз, хоть 1000 раз постоянно. Но это стартовая доска для того, чтобы получить $100 и зайти на бронзу. Именно далее с бронзы мы выходим уже $800. Потом идем на серебро. Из 800 мы дарим 400 и выходим 3200. Потом на золото дарим уже 1600 и выходим $12.800. Потом мы идем на платину, уже из 12800 дарим 5000 и выходим уже $40 000. И идем дальше на бриллиантовую доску. Уже дарим 20000, а получаем $160 000. И теперь мы на все эти доски можем заходить снова и снова, то есть это уже вечные доски, где мы можем крутиться на всех досках одновременно и получать чеки. То есть чек наш составит, если по каждой отдельной там доске взять, это 180, ну почти 190 тысяч, но если мы с вами посчитаем чисто математику, то чек наш составит 216 900 долларов. И на эти чеки можно выйти от месяца до 6 месяцев. Но даже если мы выйдем за год на такую сумму, друзья, никто бы не отказался бы. Поэтому предлагаю вам посмотреть вторую часть, где вы более подробно узнаете, как можно это сделать. Жду вас в следующей части.
И снова привет! Итак, друзья, во второй части вы узнаете, как ездить на автомобиле Ferrari по доскам изобилия. То есть вы получите ключи и научитесь пользоваться этим инструментом. Итак, смотрим. У нас будет вот такой стол, наподобие такого стола. То есть это у нас... Что у нас есть? У нас есть левое полушарие и правое. И когда мы только заходим на стол, мы становимся дарителями. Вот у нас есть слева и справа это дарители. Потом эти дарители дарят подарочки легенде, кто находится в самой середине. Потом далее у нас есть статус строителей, потом гид и вот сам легенда, кто получает эти подарочки. Итак, начнем с того. Со стартовой доски, то есть она называется еще разгонная доска, то есть как раз можно сюда зайти и разогнать ее, просто разогнать, даже никого не приглашая еще, я прям акцентирую на этом, вы можете сюда никого не звать, просто сами зайти и начинать уже получать подарочки. Итак, мы встали в статус дарителей и делаем $12.5 подарочек легенде. Как это происходит? То есть мы не знаем этого человека, потому что мы первый раз зашли на доску. Но что мы сделаем? Мы можем прям нажать на кнопочку этого человека, и уже у нас с вами откроются его все данные, как его зовут, его логин, его почта, его логин в Telegram, номер телефона. Мы можем этому человеку позвонить. Ну, допустим, Руслан звонит Сергею, да, и говорит: Сергей, здравствуйте, меня зовут Руслан, я стою на вашей доске, я хочу вам сделать подарочек, да, подскажите, куда вам его отправить. Естественно, Сергей дает свои данные, может дать любую карту свою, да, Тинькофф, Сбер, Виза, Киви кошелек, или же Pirate кошелек, потому что это платформа, она европейская, международная, и люди здесь будут именно находятся с разных стран, да, или с СНГ, с Казахстана, с Украины, с Белоруссии, с Европы, с Англии, без разницы где. То есть поэтому у каждого должен быть уже свой кошелек, не только российский или казахский, например, банки, а именно уже кошелек, где можно переводить уже, ну, международно и быстро, да, и быстро именно эти деньги. Поэтому рекомендую вам открыть что-то, или Advocash, или Pair, да, или же что-то еще. Итак, почему эта платформа легальна и почему скама здесь не может быть? Да просто денег внутри самой платформы нету вообще. Нету человека, который мог бы взять и эти деньги к себе прибрать, потому что деньги передаются из рук в руки. Вот только что я вам показал. Поэтому скамиться здесь нечему, украсть здесь нечего. И, соответственно, подарочки, чтобы дарить и получать, это не запрещено, это разрешено, поэтому мы можем спокойно делать эти подарочки. Но если суммы, соответственно, большие, то лучше это делать на USDT или Advocash, или еще там какие-то, или на Pair кошелек. Поэтому рекомендуется, как только вы заходите, то есть это называется инструмент Ferrari, тот, которому вы должны научиться, как им пользоваться. А это сделать буквально можно за пару дней, ребята, это очень легко. Итак, идем дальше. У нас с вами есть стартовая доска. Мы с вами зашли, стали дарителями и подарили подарочек легенде $12.5. И 7 человек, кто еще стоят по доскам слева и справа дарители, сделали то же самое. Легенда получил $100. Когда вы доходите до легенды уже, вы также получаете $100, точно такие же условия. Еще раз повторяю, здесь на стартовой доске вы можете никого не приглашать. Но я сейчас покажу вам, потому что на стартовую доску пригласить можно очень легко. Очень легко. И еще один момент хочу сразу же вам сказать, что если же все-таки вы хотите идти дальше по другим доскам, вы не сможете идти, если у вас не будет 2 человек, которые идут за вами. Итак, вы получили $100. Далее, что как только вы получили $100, да, вы можете тут же снова зайти уже, но на стартовую вечную доску и крутиться постоянно. То есть 12.5 подарили человеку легенде, вышли на легенду, получили $100. Снова, снова и снова до бесконечности.
И вот у вас есть $100, вы переходите теперь на бронзовую доску, да, и, соответственно, дарите подарок легенде эти $100. Остальные люди делают то же самое, кто сюда подключается в статус дарителя, и даритель получает уже $800. Вы, дойдя до легенды, и вот смотрите внимательно теперь, чтоб потом не говорили, что я вам не говорил, не предупреждал. Если у вас не будет двух личников, о чем я и говорил на стартовой доске, то вы получаете всего лишь $100. То есть свои $100 вы возвращаете. Вы ничего не теряете здесь, но и не получаете больше. То есть вот эти дарители вам будут просто там система, как только вы становитесь легендой, только легендой. То есть вы можете подключить людей еще, если находясь на дарителе, можете подключить людей по своей ссылке еще, находясь на строителе, находясь на гиде. Но только вы ушли с гида, стали легендой, система автоматом блокирует вашу реферальную ссылочку, и уже вы ее не можете никому отправлять, даже на легенде, чтобы кого-то подключать. Как делали транши в Gift of Legacy, да, или там в других клонах. Человек доходит до легенды, получает подарочек и уже просто кого-то подтверждает, нажав на кнопку, что он получил якобы от него подарок, и создаются мультиаккаунты. Программисты, именно топ-лидеры, кто создал этот алгоритм, все это учли, и соответственно, чтобы не было таких халявщиков, чтобы столы не вставали, чтобы не было мультиаккаунтов, вот как раз и придумали этот. То есть как только человек заходит на легенду, у него ссылочка блокирует, он никого не может привести. И если у него нету двух личников, он просто забирает свои $100 и может снова зайти на бронзу, но у него будет тот же результат, если у него не будет двух личников. Поэтому здесь рекомендуется, вот как я вам показал на стартовой доске, зайти на стартовую доску, выйти, получить $100, и когда у вас есть два личника, вот тогда вы получаете $800. Но теперь еще раз внимание, чтобы перейти на следующую доску, вернее на вечную бронзовую доску, для этого нужно сначала зайти на серебро и подарить $400 человеку, кто находится в статусе легенды на серебре. Только тогда вам открывается доступ именно к вечной бронзовой доске, где опять же вы можете заходить сюда, дарить $100, выходить с 800. Опять же вышли, дарите $100, то есть до бесконечности всегда. Это вторая доска. То есть теперь у вас есть стартовая доска, где вы можете вечно крутиться, и на вечной бронзе. Итак, мы с вами уже на серебре, мы сделали подарочек $400. Остальные люди, дарители, сделали то же самое. И легенда получает $3200. Когда вы доходите до легенды, вы также получаете $3200. Из этой суммы вы уже берете, чтобы вам идти на вечное золото. Теперь вам нужно просто взять на вечное серебро. Теперь вам нужно просто зайти на вечное золото и сделать подарок на $1600 человеку, кто находится в статусе легенда. И тогда вам открывается вечное золото, вечное серебро, вечная доска уже. И здесь вы можете крутиться до бесконечности. Тоже дарите 400, получаете 3200. У вас уже три доски есть вечные, где вы можете постоянно заходить и выходить. Идем дальше. На золоте все люди то же самое подарили подарок легенде $1600, легенда получает $12800. Вы доходите до легенды, получаете такую же сумму подарками. Дальше, чтобы зайти на вечное золото, вам нужно сначала зайти на платину, сделать подарок $5000, тогда вам открывается вечная золотая доска. Далее, на платине все люди делают подарки по 5000, и легенда получает 40000. Вы доходите до легенды, тоже получаете 40000. И вот теперь, чтобы зайти на вечную платину, вам нужно теперь сначала зайти на бриллиантовую доску. И теперь от 40000 взять 20000 и подарить человеку, кто находится в статусе легенда. Вот тогда вам открывается платиновая вечная доска, и соответственно вы идете уже по бриллиантовой доске. Легенда получает $160000. Вы доходите до легенды, получаете точно такие же деньги. И что у нас получается, что уже на бриллиантовой вечной
доске мы теперь можем кататься пожизненно, постоянно, на всех шести досках. То есть на стартовой 12 мы заходим, 12,5 долларов заходим, 100 выходим. На бронзовой 100 долларов мы заходим, 800 выход. На серебряной 400 заходим, 3200 выход. На золоте уже выход 12800. На платине 40 тысяч. И на вечной бриллиантовой доске уже у нас выход 160 тысяч. И вот теперь по этим доскам мы можем кататься до бесконечности, хоть на всех сразу одновременно. И наш чек с вами составит уже, соответственно, вот по всем этим доскам, это 216 900 долларов. Друзья, поэтому, кому эта тема заходит, хотите более подробно разобраться, под этим видео будет ссылочка в наш чат Telegram, где каждый день добавляются все новые и новые люди, новые участники нашего движения Ubuntu. Подключайтесь именно, да, подключайтесь, узнайте более подробно, да, тем более 12,5 долларов это не такие большие деньги, чтобы попробовать, протестировать, как это работает, а дальше уже посмотрите, захотите дальше идти, пойдете, нет, не вопрос, друзья. Так вот, именно этот инструмент Ubuntu, то есть это как раз ключи от автомобиля Ferrari, который и повезет вас по доскам изобилия. То есть вы делаете подарки и получаете подарки именно от чистого сердца. Сделайте счастливых ваших близких, ваших друзей, ваших знакомых. Будьте только искренни. Всем хорошего настроения, всем благ и до встречи в нашем движении.